Физкульт, привет, друзья! С вами на связи Muscle Shop. И сегодня такая тема интересная. То есть, если у вас стал выбор о том, что нужно дома поставить, шведскую стенку, либо повесить турник, ну, в данном случае турник брусья 3 в 1, сейчас мы об этом как раз и поговорим. Давайте начнем с преимуществ шведской стенки. То есть, в чем ее универсальная особенность? Здесь есть турник, причем он идет с разными хватами. Здесь можно сделать 6 разных подтягиваний. Даже можно вот 1, 2, 3, еще 4-й хват будет. 6 разных хватов. Причем турник жестко зафиксирован. Это потому, что она на большой вес. Вот косыночки добавлены здесь. То есть вы подтягиваетесь, да? Потом вы можете заниматься на брусьях. Брусья вот идут универсальные, со спинкой. Пресс можете делать на ней. То есть не только отжиматься, но и пресс. Здесь подушки удобные, с углублением вот идут. То есть они мягкие, полиуретановые. Прокачали грудные мышцы, прокачали пресс. Потом дальше у нас идет скамья. Вот это как раз основная, наверное, отличительная особенность. То есть на скамье вы можете прокачивать как пресс. И причем ее отдельно можно использовать, на пол поставить. И заниматься, к примеру, делать пресс. Вот отдельно от шведской стенки. Так и на шведскую стенку можно вешать и заниматься с ней. Еще один важный момент, как раз вот в чем преимущество стенки, в том, что можно здесь заниматься со штангой. Вот если снять брусья, сюда ложится гриф, скамья ложится под разными углами, и вы можете заниматься со штангой, делать жим лежа, жим сидя, со штангой вы можете делать приседания. Есть вот такая еще подушка. Вот сюда ставится. То есть вы жмете уже под углом. То есть вы не съезжаете со скамьи. Этого вы всего не сделаете на брусьях. Это преимущество шведской стенки. Преимущество турника вот, настенного. Конечно, это его компактность. Он маленький, небольшой по, и по весу он легкий, весит 12 килограмм эта модель. Тоже вы можете сделать здесь упражнение на спину, прокачивать, но здесь хватов меньше, чем на шведской стенке. Здесь 1, 2, 3, то есть ну, 3 хвата будут использоваться, один параллельный еще. Здесь вы можете, если перевернете брусьями ее, то занимаетесь, ну, как на брусьях, да? То есть отжимаетесь и делаете пресс, тоже веса можете приделать. Вот в принципе это все, что вы можете сделать на брусьях. То есть упражнения гораздо меньше, ограничен функционал. Шведская стенка, конечно, занимает больше места, но не намного. Ну, это вот именно шведская стенка передвижная. Почему мы на ней акцент делаем? Потому что это универсальная модель. Если у вас дома ремонт, либо съемная квартира, либо гипсовые стены, что сейчас очень часто, либо потолки зашиты. Ну, в современных домах и квартирах очень часто ремонт, то есть гипсом, натяжные потолки, нет возможности закрепить стационарную шведскую стенку к стене. То на этой модели вы можете просто ее поставили и занимаетесь, ни к чему крепить не нужно. Это первый нюанс. И второе, опять же, если вы в частном секторе, вот это оптимальный вариант. Летом занимаетесь на улице, зимой вы ее заносите в дом и продолжаете тренировки дома. Поэтому однозначно, если бы я себе, ну вернее, у меня-то дома уже стоит вот подобная шведская стенка, только предыдущего поколения. Там еще стальные трубы идут, металлические, в пластиковой оболочке. Турник без одного хвата, вот этого параллельного. Ну и скамья еще из кожзама. Но если бы такая модель была уже, если бы я сейчас покупал, то я бы, конечно, выбрал эту модель. То есть, что хочу сказать, что однозначно пользу шведской стенки я смотрю. То есть, если вы выбираете между турником и шведской стенкой и не знаете, что лучше, в каком комплексе вы сможете больше прокачать своих мышц и как задействовать себя, то однозначно вот шведская стенка на первом плане. Ну, тут даже нечего думать. Турник — это если у вас совсем мало места, ограничения, но опять же, если у вас есть
какая-то крепкая бетонная несущая стена, на которую вы можете его повесить. В комплекте к этой стенке вот такие мощные крюки из пластины пятерка толщиной, с двумя отверстиями на каждом, и анкера тоже в комплекте идут. И то есть, ну, вы сможете нормально его закрепить, но опять же, если несущая стена. Поэтому выбирайте. Ну, я же говорю, мой выбор в пользу стенки. А на связи был Мускул Шоп, Сергей Детюк. До новых встреч. И забыл сказать, по промокоду, который будет ниже в описании, вы всегда сможете купить любой тренажер со скидкой 5%. Пока-пока.